Стихи, песни и архивные видео Первоуральска сегодня собрали несколько десятков человек в Центральной библиотеке. В преддверии Дня города и Дня металлурга там организовали праздничную программу «Город нашей гордости и чести». И дети, и взрослые слушают историю или города, или какого-то предприятия, или истории какого-то Первоуральца. Вот. И потом это воспитывает. Это воспитывает, это гордость. Для гостей праздника прозвучали песни в исполнении первоуральцев, стихи профессиональных поэтов и любителей о городе в авторском исполнении. Кроме того, для участников встречи подготовили видеосюжеты о Первоуральске и его истории. Вспомнили и значимые для города символы, например, герб. Фаина Шагиахметова не понаслышке знает, как важно чтить историю. Она стала победительницей викторины, посвященной 290-летию бывшего Белимбаевского завода Строгановых. Посещение подобных мероприятий для нее уже традиция. Рассказывает, видеть на них молодое поколение – особенная ценность. Это, конечно, это и нужно, и важно, и для, особенно для молодого поколения, чтобы они больше знали о нашем городе, который пользуется большим авторитетом, уважением, является четвертым городом нашей области.